известный рэпер Тимати в обозримом будущем может стать владельцем московского футбольного клуба. Такое заявление сделал соучредитель лейбла Black Star Павел Курьянов. Напомним, что именно Тимати является владельцем данной группы компаний. Помимо футбольного клуба, в Москве может появиться новое футбольное агентство, уточнил Курьянов. Для начала Black Star хочет инвестировать в проект около 10 миллионов рублей. Это лишь первый этап создания клуба, уточнили в группе компаний. Курьянов подчеркнул, что в одной упряжке с Black Star над вопросом создания клуба работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза. Сроки появления нового футбольного клуба от 3 до 5 лет. Пока что неизвестно, какое название получит детище Black Star. Рассматриваются несколько вариантов, среди них Black Star, Москва и Строгино. Курьянов также отметил, что группа компаний намерена именно развивать футбол, а не осваивать средства. По его словам, Black Star неинтересны распилы государственных средств или откаты. Между тем, сам Тимати предпочитает удивлять своих поклонников не только новыми футбольными клубами, но и новой внешностью. Недавно рэпер опубликовал фото, на котором предстал во всей красе с золотыми коронками на зубах. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.